Доброго вечера, дорогие друзья. Ну или дня, утро, кому как. Всех приветствую. Продолжаем двигать модификацию всех времен и народов. NLC 7 Build 3.0 Супермод. Так, в прошлой серии мы с вами получили ряд заданий, да? Так, а где у нас? Вот он у нас, журнал. Давайте посмотрим, что там есть. То есть, смотрите, у нас вернуть ПДА основное. Макс Любер. В этом ПДА зашифрована информация. Месте, где спрятаны боеприпасы. Вот эта информация важная. Бандит с этим ПДА может быть где угодно. Лучше попросить доцента. И Петренко. У нас Карабасик, да? Вот этот Карабасик мне, конечно... Еще и глаза плоти. Вот все это по пути. А теперь слушайте, ребят, внимательно. Ну и Playboy. Playboy, вы мне написали, что он в Штреке, да? До Штрека нам далеко еще. Потому как там надо рубинку, чтобы схлопнуть аномалию. Смотрите, вот видите, у меня план 10, меня встревожило вот что. Я, кстати, вышел, так и не нашел. Видите, пропал сигнал. Которую отметка, которую нам сделал доцент. Вот здесь, видимо, этот где-то бандосик, блин. Слушай, а если его там сожрали? Я, короче, не нашел никакую информацию по этому поводу. Но я просмотрел видео прошлое. Там доцент говорит, что сигнал неустойчивый. Вполне возможно, он так и должно быть, что он пропал. Понимаете, да? Поэтому мы не будем жопу рвать, не суетиться, то есть не будем. А просто навсего отправляемся и все по ходу там решим. То есть он-то нам говорил, сигнал неустойчив, поэтому, видимо, он и пропал, да? Но мы место запомнили. Где там этот бандосик может быть? Так, ну что, у нас все в шоколаде, да, починились, все восстановились. Бронь я починить, видите, не смог, потому как она промазана. Долговязый чинит бронь, это понятно, но промазанную он не взялся чинить, промазанную, значит, ну и 7 бутылок водки. Водку насобираем, там что-то какой-то у вас возник спор по поводу брони. Вы меня не сбивайте с толку, мои дорогие. Кто-то говорит, что броня говно у Плечко, кто-то говорит, что наоборот броня хорошая. Так, все у нас шоколадно, поэтому... Вы смотрите, а то я эту водку, блядь, на патроны поменяю шерстюкам. А, кстати, они нам и так будут нужны. Бутылочки 3-4 придется, наверное, заменять, блин. Потому что сейчас пока мы доплетемся до агро, да, там сколько постреляем. Вот и начнем. Смотрите, план действий какой. То есть тянемся мы на агро, стреляем тварей, там, плоти, глазики подрезаем для прапора. Щиним бандита, ну то есть ищем это место, которое нам обозначил доцент. Мы его для себя отметили в голове, да? Если сигнал не устойчив, мы будем надеяться, что все так. Если же как-то по-другому, его там сожрали, бля, там же тварей много. Допустим, там бандит появился, да, его твари сожрали, поэтому метка пропала. Я что-то никакую информацию не нашел по этому поводу. Но я так сильно-то и не искал. Видите, у нас всего до хера. Вот этот картонный карабасик я тоже не рискну оставлять в баре. Тут воруют. Не забывайте, у меня медузу потянули на агро. В той нычке, где у меня рюкзак под вагоном. Помните, да? А поэтому тут воруют. Кто-то писал, тут, почему не воруют. Все воруют, воруют, мама не горюй. Так что все тут это... Билд 3.0, ёпта, читайте изменения. Там ничего не меняли. В этом билде, наоборот, блядь, все усложнили. Еще больше тварей добавили. Почитайте изменения, мать его. Да? Еще больше тварей, блядь, на каждую локацию насували, блядь. И квесты. Помните, как мы МПшный для Юрика снимали, ёптать? 8 псевдособачек, блядь, в этом радиоактивном туннеле, блядь. Вспоминайте. То есть все в два раза увеличили, наоборот, блядь, а не урезали. Почитайте изменения билда 3.0, поймете, нихера ничего не убрали, там, смотрите, какой бардак, только добавили. Так, тихо, мы сейчас, может, квестик, ой, хвостик подрежем, ну-ка, ребята, ну-ка, давай поможем, хвостик подрежем. О, молодца, дай-ка мне хвостик, нарисуй. А, кстати, сейчас посмотрим, что там с кровопийцей, да? Ух ты, мать его, хвостик, падла такая, ух ты, мать его, еще один.
Вообще бомба, вообще, смотрите, мы два хвоста подрезали. Вася Рубайло, иди я тебе водочки подгоню. Стрелял, да? Или Петя Рубайло, бля. Вот я недавно Ведьмака играл. Насчет Ведьмака, короче, я не буду, ребят, пока не копался. То есть не то, что не буду, не копался на Nexus по поводу фотореалистичного. А, Фактор! Егор Фактор! Ну, я тебе водочки, конечно, потом занесу. Мне сейчас она пока сама нужна. Да тут на медне забрел к нам как-то... А, ну это мы читали. Все это забрел, там сталкер какой-то, да, со стороны складов. То есть не стал я качать пока, ковырять Nexus по поводу фотореалистичного. Я хотел какой-нибудь фотореалистичный там решейдик и текстуры на небо, на воду. Но это позже будем знать. Давайте теперь встал. Так, теперь смотрите, какой расклад. У нас тут кровопийца меня мучил в прошлой серии. Сейчас будем смотреть, как нам... Так, вот она, это аномалия, да? Это аномалия по центру, бля. То есть кровопийца меня схватил за жопу, бля. Сейчас мы... Может, его кабан забодал? На кукан насадил, а, ребят? Давайте там посмотрим. Да мы подрежем шуфел. Жуфил, да. Кстати говоря, на болотах можно завалиться в нашу деревню и чикнуть еще с ножичком, бля. Да? Наших двух кровопийц, которые однозначно один из них дает жуфил. На болотах всегда жуфил. Запомни, вот эти два, они по-любому один из них дает. Я два раза, мы уже так делали, два раза я чикал их с ножичкой и всегда снимал. Один раз мы вообще два сняли, да? Один раз мы два сняли. Ну, в общем, в целом, то есть это... План такой. Слушайте, в начале плана рисую. Тянемся на агро, стреляем твари, там может глазики нам для прапора. А, кстати, мы сейчас на свалке, там по правую сторону плоти бегают. Вот с этого начнем. Ищем бандосика, там где сигнал доцент отметил. Если эта информация верная, ну как я предполагаю, то что как он же нам, как сказал, сигнал неустойчивый. Ну, видимо, поэтому метка пропала. Больше у меня никаких мыслей по этому поводу нет. Или его сожрали, ну тогда не судьба квест выполнения, блин. А переигрывать это я уже, наверное, не буду. Да не, это скорее всего сигнал неустойчивый. Он там, я пострел, в диалоге говорит, типа, я тебя отмечу, но сигнал неустойчивый. Видимо, от этого. Давайте здесь сохранимся, потому что там кровопийца. А я два хвостика снял. Блин. Да, два хвостика никак нельзя. Нам надо... Блять, а тут дождь, я, наверное, не сохранюсь. Дождик капает, видите? Или сохранюсь. Ну, я как-то и в дождь зажигал. Ну-ка, давай, четвертая спичка творит чудеса. Давай, падла. Вот, отлично. Видите, и в дождь зажечь можно. Если не проливной. Мы на болоте, блять, там был проливной, в тот раз я сколько потратил. На болотах не судьба зажечь, кстати говоря. А вот здесь можно, видите, вроде дождик идет, а я все равно зашел. Так, вот здесь эта гадость бегает. Или может его уже действительно кабанчик, или ну он кабанчика забодал, да? Ну давайте, наверное, прорываться как-то будем. То есть, да, и на агро стреляем тварей, там, плоти, глазики, чимим бандита, узнаем по ПДА Любера, потом опять на болото. На болотах что у нас? В нычку все сбрасываем. Картонный ящик вы мне писали, можешь оставлять смело. Тут где-то в тайнике, да, в машине. Ничего я не буду оставлять, тут вору. Читайте изменения, бля. В билде 3.0, наоборот, все усложнили. Они уменьшили и урезали. Почитайте. Там, блядь, и тварей больше добавили. И всего, и всего. То есть тут не на облегчение, запомните. Не на облегчение. Наоборот, билд 3.0, все на усложнение. Прям набирайте, билд 3.0, изменения, и почитайте список изменений. Поймете, что там ни хера не это, а все наоборот усложнено. Так что как-то так. Но это не важно, важно то, что... Так, вот она эта тварь. То есть важно то, что и болото, туда заваливаемся, все скидываем, карабасики, артефакты, там пиццы, хуицы, блядь. Все это... А, артефакт мы медузу подняли, благоволит зона, плюсовой, да? Все, это склад, так, в холод... Вот он, да, по-моему? Или это что было? Или кабан, что-то я не расстрел. Давайте, или он, или... Ай, блядь, ой, заебись, это он был, блин. Кабан, вот, ти-кабан, блин, а. Ты ж какая жопа, блин. Здесь с ножичкой не получится чикнуть, блин, как я на болотах. Видите, да, никак не получится. Да надо, блядь, где-то прятаться. Да, падла, а как мы пройдем-то вообще? Хорошо, что я сохранился.
Итак, друзья, там жопа какая-то, кровопийца мне... Я вам о чем говорил, что, блин, его, наверное, надо было застрелить, короче. На себя тянуть и очередью прошить, да? Но чтобы его так вытянуть, он, видите, как тут красиво сделали, ты его не видишь, когда он невидим. Вот действительно, его не видно, да? Вообще не видно, когда... Не как вот, допустим, мы это смотрим, да? Тут как-то вообще я его не вижу. Он действительно невидимый. Поэтому его надо как-то, чтобы он скинул невидимость, и вообще надо оптику с этого брать. Да, или как-то вот так вот его брать, или вообще пробегать тупо. Вообще-то я сейчас не планировал этим всем заниматься. Смотрите, аномалия как красиво все. А, ну и что хотел сказать... Не, пока я еще не маневрировал с папкой. Там вы мне написали, попробуй шейдер кэшу. Да, я это знал. Кстати, я просто об этом забыл. Я это знал, что если ты хочешь, ты скидываешь настройки все. Ну, юзер лист, да, LTX вот этот скид, убираешь нахер все настройки перса твоего. И шейдер кэш, да. И тогда у тебя скидывается игра, тебе по новой все надо настраивать. Это да-да-да, был такой момент, но я пока еще не пробовал. Надо будет, кстати, попробовать. Это, как обычно, вы знаете, сталкер это танцы, блядь, с бубном. Вечные танцы, блядь. Это все-таки модификация, имейте в виду. То, что мы другие игры запускаем легко, это ясно. Но в сталкеры всегда какие-нибудь танцы с яйцами, блядь. То есть, имеется в виду, надо там маневрировать, вот это удалять и попробовать. Я к чему? Мне-то можно и так играть, все красиво, видите, все вытянул, блядь. Но я имею в виду, я хотел поставить САО, свет этот объемный, да? Или HBA, о, вот это вот. Ну, я вам говорил, да? HB свет. То есть, там он есть, но надо все это сносить и по новой все настраивать. Я пока это ничего не делал, потом попробую. Вообще, да, я это знал и сам, но вы мне напомнили, я вспомнил. Так, ну смотрите, мои дорогие, где эта падла? И кабана не слышу. Тихо, вот кабан. Нет, плоть слышу. Плоть. Так что вот такие вот планы. Потом тянемся мы. Ну, потом там все по ходу решаем. Я ничего не планирую заранее. Куда мы... То есть, его квесты вот взяли. Вообще, NLC располагает к такому прохождению. Это вам не солянка. Там портянку набрал и лупишь квесты один по одному. Здесь я надо... Взял 1-2 квеста. Идешь на выполнение. Потому что идешь ты медленно. Ходка. Это зона, мать его. Не стадион. Здесь не бегают, а ходят. Слышали такое? Слышали. А где вы это слышали? Именно в этой модификации вы это и слышали, когда загрузка, да, различные переходы. Вы же читаете советы? А то мне говорят, бегать, не бегать. Ты, блядь, советы, мать его, читай! Что написано? Зона, не стадион, здесь не бегают, а ходят, блядь. Это для кого написано? Лап... Да? А то будет мне там чесать. Че, я играю вот как раз таки по сути. С приседа, с выстрел, по выстрелу. Ну поняли, да? Мы вообще играем именно так, как идут, даются советы. Вообще именно конкретно по сути проходим модификацию. Медленно, не спеша. Вот вам совет. Это же я не с головы взял. Конкретный при загрузке совет. Зона не стадион. Здесь там, ну как-то так там, по-моему. Здесь не бегают, а ходят. Вот что мы и делаем. Стреляем с приседа. Заметьте, я постоянно раз на коленко. Выстрел, блядь, щелк-щелк нахуй по одному. Все достаточно для любой собачки, для любого кабанчика, там, пару, да, тройку. Ну, то есть одиночными. То есть все мы делаем так, как объяснено вам. Так идти, тогда вы будете получать полное удовольствие от игры. Кайф получать. Это не беготня, это вам, блядь, не в соли мы там носимся или какой-то другой мод, блядь, набрал 35, блядь, хабара, нахуй, свисает у тебя там уже, как это, как терминатор, хуй в гору этих хабара, и носишься там. Здесь так не прокатит. Ну ладно, это отступление. Я вам к чему веду? Так, тихо, сейчас меня сожрет этот тварь. То есть, да, на чем я остановился? Ну да, вот то, что на болотах, да? А, нам надо вообще-то 2 дня ходить, что нам болотом? У нас через 2 дня только Петренко появится со стороны янтаря. Он отвалил на янтарь, не забывайте, он отвалил на янтарь. Где это падла, мать его? Где он есть-то, а? Это гидра. Так, вот она, да, по-моему, это он был. Обычно вот когда вот так вот с разрядом появляется кровопийца, да, или не он, блин.
Хер его знает. Давайте послушаем. Там он... Вот, да-да-да. Так, смотрим. Я вот его не вижу. Видите, как красиво сделано? Его не видно вообще. Ух ты, вот так тебе. Ух ты, блядь, да ёпта тебя. Ну как он меня задирает? Ты посмотри, бомба какая, блядь. Какой тут нахер бегать? Во-во-во-во-во. На кого, мать его, булочку крошишь, блядь? На кого булочку крошишь? Тварь такая. Пиздец, блядь, вы видели, да, эта гидра вляпалась в аномалию, его разорвало на части. Нехуй булочку крушить. Видали, да? Вот так вот, так, вот такая игра. Такая вот. Так, ребят, там что-то вообще бардак, я не могу пройти этот кровопийца, какой-то чрезмерно невидимый, я его не успеваю зафиксировать. Ну, то есть, я разряд вижу, как он появляется, да? Само появление. Потом он обретает невидимость, блядь. Ну, то есть, в невидимость входит, блядь. Я просто его не вижу. Тут так сделано, они, блядь, с этой ржавой пустошью. Его нихера не видно, даже когда он невидимый, когда он где бежит. Я его хочу очередью прошить, у меня не получается. Поэтому хер с ним. Давайте тупо пробежим сейчас в аномалию, блядь. И сразу же появимся там, у выхода. И ныряем это. У нас много дела. То мы будем полчаса сейчас... мозги парить с этим кровопийцей, да, и толком ничего не сделаем. Так что вот такая вот модификация. Это вам, блядь, не в этой ходить там. Бегаете, блядь. Тут надо, мама, не горюй. Так, все, побежали, сейчас мы в аномалию. В аномалию, на выходе, и на выход сразу же туда, к долговцам. На свалку. Погнали, 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 погнали. Давай, давай, где-то здесь она, да. Потому что этот кровопийца, он какой-то, блядь, невероятный, нереальный, блядь, со своей невидимостью. Так, все, мы здесь. Так, 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 главное, чтобы перед носом не появился. Все, теперь бежим на свалку. Погнали, ребят, по-быстрому. Так, 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 так. Так, 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 так. Отлично, мои дорогие, на свалочке. Все, сейчас лечимся. Я имею в виду, восстанавливаемся в астрам и идем по правому борту плоти. Гасим плоти, там, может, глазики подрежем, хотя бы один. Там, по-моему, есть, да? Ну, там, правда, радиация, бля. Ну, нам надо, нам уже давно это надо сделать. У меня сколько раз было, мы срезали же, да, глазик. Уже давно принес, поэтому все по пути. Нам двое суток, не забывайте. Тут так, давайте вот здесь меня, так, посидим, послушаем, брат, это уже анекдот. Я сделаю проход за рождение 7-10. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю. А я за 6, да, а я давай. За 5, за 4, за 1. Нифига себе, думаю, как это он собирается. Ну, это мы слышим уже, да. Ну, говорю, давай, действуй. Конечно, крендель спокойно так снимает с пояса гранату и шлеп ее под забор. Ну да, это мы слышали. Я имею в виду, надо добавить каких-то побольше себе рассказов. Не да, надо, диалога, когда вот с ними общаешься. Василий, шлеп рядом. Так, чтобы оживить, оживить в этом плане. Информация побольше добавить, грязи, да? Разговоров различных, вариантов. Не приближаться опасно. Это-то мы все слышали. Хватаю Василия за ремень, бежим. Ну, сами же понимаете, блок поставит, куча народа сейчас прибежит с автоматами. Рванули мы через дрищу в заборе. Через дырищу в заборе вы рванули. Добежались, в яме завалились. Это мы же слышали, дышим, да, ребят, по-моему. Слушаем. Ну, и те из пулеметов по нам, естественно. Сейчас восстановимся, пойдем. Щепки, плоти погоняем. Ну, сами понимаете, да? Вот. Ну, тут-то я Василию говорю. Спорим, я тебе морду набью с первого раза. Ну, ты рассмешил, а? Кто там, пуля? Человечество. Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Рассмешил. Люди надеются. Какой на нахер спать, блядь, очнись. Надеюсь. Утро надо варить. Или вечером, с утра. Да и хрен с ним. Ну, а не, он, кстати, спать, может, он сутки стоял. С этой зоной. Да, он, скорее всего, на сутках был, в наряде, блядь, поэтому он спать хочет. Ему не дают. Петька забухал, его не сменил, блядь. Пришлось вторые сутки стоять. Слышали, да, что он сказал? Значит, держись, блядь. Надо, ну, то есть, тут у них постоянно твари бегут со стороны темной долины, да, там кабаны всякие, поэтому они тут дежурят, блядь, по ночам. Конечно, они место выбрали. А, 12 часов у нас, да, 12 часов, ну, нормально. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, двинем, погоняем немного плоти. То есть, нам ходить двое суток. По идее, можно вообще жопу не рвать, никуда не спешить.
Двое суток почему? Потому что этот бедолага упер к Сахарову на янтарь какой-то, ну, короче, хабарок потянул, да, туда, там, свои вопросы решать, Петренко. И Карабасик я не смогу сдать. Поэтому нам двое суток бродить, ребят. Можно вообще ходить, дышать, кайфовать. Так, что мы и сделаем, да, сейчас все будем делать аккуратно. Все, так сказать, поэтапно. И все продумано. Так, где они есть? Вот здесь постоянно было очень много плоти, да? Вот именно вот здесь. И кабаны, но пока я никого не вижу. Наверное, еще не появились. Так, где они есть? Там, правда, радиация, мама, не горюй. Я не знаю, может, зря мы это делаем. Уже болото и на агро этим заняться. Хотя их тут... Да, вот они, ага, вон там целое, смотри, там целое стадо, целая стая. Так, ну давайте, наверное, подтянем, да, вот сюда. И здесь их пощелкаем. Там, по-моему, радиация. Так, тихо. Стоять, бояться стоять. Меня что-то скидывает у меня постоянно. А, ну я вышел, нам поэтому скидываю. То есть это одиночный, ставим, все, потихонечку клацаем. Они кровь им пускают, не забывайте. Наклацал не вот так вот, смотрите, видите, нашпиговал пулями, все, ждет. Сейчас тут смысла нет ждать, они все прилетят, а вообще, там где-то 4-5 выпустил, все, она, блядь, ты ей кровь пустил, она сдуется. Обратили, да, внимание? Вот сдувает. Так, тихо, мать ее. Сейчас она тебя сдует, блядь, как ветром. Так, давайте-ка убежим куда-нибудь. Дальше. Что-то как-то много. Точно глаз срежем. Хоть один, но срежем. Так, 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 так. Заваливаемся сюда, бля. О! Отличная позиция. Надо дробь брать. Так, тихо. Вот так вот падает. Вот так. Блин, сюда гранатка бы пошла. Блять, кабан прилетел. Так, гранатка, гранатка. У меня что, не стоит гранатка? Так, тихо, тихо, тихо. Во, вот это нехороший момент. Вот это нехороший момент. Слушай, их, наверное, надо гранатами, блядь, брать, а кабан меня заебись взял. Слушайте внимательно, сейчас мы скопим их, видели, да, туда это стадо сразу гранатами ушатаем. Всю эту шайку, блядь. У меня гранат много там, по-моему, меняли, да. Вот так вот скопим и гранаткой возьмем, да. Оптимальный вариант. Так, друзья, продолжаем, видели, да, там целое стадо, еще и кабан откуда-то прибежал, блядь. Сейчас мы вот так вот, видите, гранатка-то есть, у меня же там гранаты, РГДшные, даже F1 есть. Так что мы сейчас прям их скопим, да, это стадо, кинем, отбежим, положим сколько положим, а потом достреляем, по выстрелу им хватит, погнали. Сейчас вытянем одну, потому что я буду, конечно, долго щелкать. Они тут, кстати, по-моему, какие-то усиленные, бронированные эти плотики, видите, да, не прострелить. Ничем их не взять. Так, давайте сюда, бегите. Сюда, сюда, сюда. Так, вот сюда, мои дорогие. Сюда завалимся, блядь. Так, вот сюда, все, все. Сюда, 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 сюда. Вот так держал, падла, уходим. Сюда, вот так вот, блин. Вот теперь сюда бежим. Сейчас посмотрим, сейчас им там по-любому досталось. И по выстрелу им хватит. Вот там положил, да, частично. Три осталось, одну только. Ну и этим тоже там осколками досталось. Я думаю, сейчас чуть-чуть им подобьем. Давайте. По одному. Раз. Вот. Видите, два выстрела всего. То есть осколочное получило ранение, блядь. Даже гранатки не жалко. Зато сейчас глазики подрежем. Возможно. А возможно и ни хера не подрежем. Не факт. Не факт. Не факт. Ну давай ты, падла. Вот, красава. И там еще он вдалеке, видишь. Сейчас глазики подрежем, однозначно. Так, патрончиков немного у нас осталось. Так что вы мне что-то там замудрили с этой бронью по поводу. Кто-то говорит из вас там, что она там, чинить ее надо, блять, она ни о чем. Иди в этом, в рыжем костюме, да, который у меня закольцован. ССПшный. То есть, а другой из вас говорит, что мне надо и брать ее, блять, она усиленная, и она целая. То есть,
Надо точно информацию вы мне давайте, ребят. Не надо вот это вот. Мне же потом приходится залазить и сказать, чтобы мне время не терять. 100% информацию, потому что смысл я тогда буду эти 20 бутылок собирать. Тогда я сейчас проще у Шерстюка патронов на Агропроме наберу, блядь, на коллаж побольше. У нас 7 бутылок есть там, так, отлично, завались. Блин, я радиацию получил, ёптать. Да, 7 патронов-то у нас канает. Ой, 7 патронов, 7 бутылок. Я лучше тогда патронов наберу. А то что-то как-то непонятно. Ну, а патроны все равно придется брать. Бутылки, да, сколько там? Пару бутылок он просит за патроны. Или бутылку, я не помню. Так, ну что, глазики, дайте мне глазики. О, глазик, отлично. Вот один, начало положено. Блять, у меня радиация поднимается. Ёптать. Так, давайте быстро, потом антираты. Так, подожди. Жопа какая-то, придется, наверное, армейскую скушать одну. Да? Чтобы быстро, а то я так сдуюсь, блядь, по-любому. Да, вот так вот восстановимся. У меня, правда, есть артефакт, но он бы долго восстанавливал. Так, ну мы, наверное, так и сделаем. Давайте так и сделаем. Воткнем у нас где. Вот у нас радиация минусовой есть. Кстати, можешь поставить. Минус один, да. Но это тоже мало. Минус один ни о чем. Так, глазики есть, да. Вот это выносливость. Так, давайте лучше вот так сделаем, да. Здоровье и минус один радиация. Там в этом вспышке. Быстренько снимаем, все равно антирад придется кушать. Так, тихо, только тут аккуратно. Видите, тут задница полная. Вот эта вот зона вообще радиоактивная. Кстати говоря, вот в очкуре в этом ничего нету. Это потом появится, да, там уж какую нычку снимем, с ПДА, допустим, прочитаем. Так, вот здесь вот видите, да? Так, руки заняты, вообще, супер, блин. Так, все, уходим, тут все ради в радиации, блин. Только аккуратно уходим. Да, один глазик, не густо, ну а как вы хотели, это НЛС, брателла, это НЛС. Конечно, я рассчитывал хотя бы два срезать. Ну, один, конечно, срезали, да. Загасили твари, и всего один гладь. Так, я сейчас, по-моему, сдохну, блядь. Давайте-ка вот сюда отойдем, а антирад придется кушать, блядь. Что-то я там, по-моему, блядь, вообще сдулся. Все, а, ну у меня этот по минусам выносливость, да. Надо вот этот ставить. По минусам выносливость. 2π, ёптать, 2π, это хуй упадет. Хер упадет. Ну она может и упадет, но я быстрее сдохну, когда она упадет. 2π, да? То есть это надо кушать антирад. Давайте антирад скушаем. Да, вот антирады нужны. Вот поэтому на болотах будем гулять. У нас двое суток на болотах надо будет у Пахомыча наменять. У него там антирады есть. Ну, запчасти, части от мутанта. Там не только мне нужны будут антирады, спички, я посмотрел, и батарейки. Антирады, спички и батарейки. Вот это будем на запчасти менять. Так, сохраняем игру. Один глазик я подрезал. Это тоже подвиг. В этой игре даже один глазик, мать его, это подвиг, бля. Это вам не жопы булки мять на диване. Да, ну, кстати, действительно, НЛС это, по-моему, самая хардовая модификация. Никакой миссари, бля, не сравнится, и никакой другой мод. Самый хардовый, смотрите, с одним глазиком тащусь, чтобы сохранить игру, потому что знаешь, что все тут достается. Надо сержанта спросить. С превеликим усилием, да. Чтобы что-то нарастить, надо, мама, не горю, усилием. Видите, глазик плоти. Вот из этого глазика мы потеряли, блядь, сколько патронов, перестрелял, на гранату потратили, антираты, вот и то счастье, что хоть глазик срезал, хоть один. Вот такой вот расклад, ребят, тут не забалуешь, поэтому, мои дорогие, НЛС это вообще лучший, это настоящий сталкер, вообще, на мой взгляд, НЛС, то есть наоборот, сталкер изначальный должен быть таковым, система выживания. Я много раз говорил, именно система выживания должна быть такая, как здесь. Понимаете? Вот именно все так должно быть. Правильно, вот сяк там, с кем, ну, кто еще принимал участие, молодцы парни, все так должно быть. И вообще изначальный сталкер таким должен.
Видите, да, тут все, руки заняты, там, спички отсырели, мать его. Голод, блядь. А, вот тебе голод-холод получал, бродяга. Ну, правильно говорю, вот это в подтверждение, видал, да, как шарахнуло, блядь. Это в подтверждение того, чего, то, о чем я говорю. Вот такой вот расклад. Все у тебя отсырело, голод, холод, руки трясутся, блядь, ствол шатается, когда в прицеле, да. Этот, так, тихо, кабаны, что там еще? Кровь идет, блядь, там, бинтики, хуинтики, вот эти все, радиация тебе, аномалии различные, твари мутируют, у твари у каждой свой эффект, да? Вспомните, псевдо-собачка, свой эффект. То есть эти, собаки выбивают стволы из рук. Да, с помощью пси-воздействия. Стри кабанчик вляпался. То есть я к тому, что не только собаки, вообще у каждой твари свое влияние. Вот видите, сколько это нюансов. И все это сделано по сути. Но только не по сути, квестовые линии, разговоры и тупота, блядь, нашего персонажа. Вот это чуть-чуть не по сути. Вот здесь надо поумней товарища посадить, чтобы доработал. Во-первых, диалоги иной раз глуповаты. Со стороны, ну, то, что отвечает меченый, да, и то, и что ему задают, какие вопросы. Согласен. Немного-много, ну, не немного, а наоборот, много тупости. В этом во всем прослеживается. Вот этого, вот этой, ну, то есть, вот эта часть вообще недоработана. Именно в данной модификации вообще недоработана. Информативно и по научникам недоработана, много раз говорил. Стезя, вот, целый путь по научникам можно продумать. Напичкать такой информацией, трансформация зон, ее преобладание полей, взаимодействие ну, то есть, понимаете, да, научный такой, ну, то есть, действительно сделать модификацию всех времен и народов, блядь. Я вам о чем говорю? Вот над этим трудиться надо, а то это они, блядь, нахуй вертят зверей, чем больше на каждый натыкают, и все. Билд 3.5, билд 3.7, да нахуй нам, блядь, билд 3.5, 3.7, мать вашу. И так все сложно, говорил много раз. Нехуй тут наворачивать еще на хард. И так все хардово. Вы сделайте что-то умное, достойное. Или квестовую линейку какую-то продумайте. Вот это, конечно, да. Это мы обсуждали. Так, ладно, все, хватит балакать. Давайте сейчас рвем когти добротвы. И потом там. Давайте, наверное, эту собаку все равно надо убрать. Сейчас она появится. Может, я еще хвостик подрежу. Как мы, так, тихо, вот видите, да, у каждой собачки свой этот, у каждой собачки свое воздействие, да, вот это классно, то есть на агропром двигаем, мои дорогие, так, что там, зуб, гад, не вижу, ребят, читайте там, если что, но вообще-то мне надо тоже читать, там, вдруг, что важно, самое главное, чтобы никто не умер, там-то мы сразу нужно, я имею в виду, чтобы его не сожрали. Так, тихо, вот, отлично, положил гадину. Положил гадину. Так, смотри, тут радиация тоже повсюду, блять, аккуратно. Ну, там, по-моему, один антирад остался, или сколько там осталось. Один, по-моему, последний, бля, у меня два было, или один, или вообще нет. По-моему, один есть еще. Так что, ребят, нам нужно срочно на болото до Пахомыча менять антирады, аптечки. Вообще аптечки мне нужны. Намного чего надо. Нужны батарейки, нужны спички, аптечки, антирады. Да? На все про все. Придется артефакты там какие-то выменивать. Ну, посмотрим там, что есть. Может, что найдем? Что у нас есть, да, что мы можем, что не можем. Так, ну что там, эту тварь застрелит кто-нибудь когда-нибудь, бля. Там он на остановке, какой-то Бармалей Вася, бля, да, на остановочке тусит. Не может, видите, да, не справляется. Васька Баламун, да, не может попасть с обрезика-то. Не берет 40-50 метров, она-то дальше бегает. С обрезика, да, дробь не достает. Так, они пустые. Вот эти собаки, кстати говоря, у меня почему-то постоянно пустые. Вот именно в этой зоне, которые бегают, вечно пустые все собаки. Так, ну что, двигаем далее. На братву проведаем. И потом сразу на агро. Так, да, все, тишина, больше никого не будет. Не, ну красиво, все равно картинка немного изменилась, согласитесь, да, с этой видюхой.
просто изумительно. Все красиво, все так как-то чинно, благородно выглядит, да, вообще достойно. Как будто как миссари играем, да? На НЛС вообще вот с этой ржавой пустошью, блядь, совсем как не НЛС. Даже вот если бы не знал, так и не скажешь, что в НЛС двигаюсь. Я думаю, вы согласны, да, мои дорогие? Ну так вот, посмотрите, кто народ другой проходит. В основном все зелень ставят, да? Лето, блядь. Вот я заметил, у всех, кто проходит НЛС, у всех, ну, то есть лето-лето у всех, да, в основном вот это зелень везде. А у нас, смотрите, такое, действительно, радиоактивность зоны подтверждается красками, блядь. Ну, цветовая схема прям соответствует. Блядь. Такая сталкеровская, да, согласитесь. Это специально я подобрал. Ну, там как бы не то, что подобрал, там три варианта у тебя только всего и дается, да. Там, по-моему, лето вот это вот основное, да. Потом какой-то еще вариант и вот этот вот. Так, ну, с этим кулинаром мы ничего пока не поимеем. Все, погнали, ребят. Так, сейчас надо как-то... А, кстати, может, тут сейчас собаки псевдо появятся. Тут они постоянно три появляются, я хвосты срезаю. Вот здесь, на этой точке, да, постоянно срезаем хвостики. Хвостенские, может, подрежем в этот раз? Нет. Так, ну что, баламут? Местные. Что-то он как-то так встал для разговора прям, да? Патрон! Что к чему? Был такой сталкер, говоришь, да? Знал ты его? Да видел его, он тут с братвой проходил. Ух ты, что это такое? Нож у тебя есть даже, да? Общевойсковой штык-нож 6х4, ух ты. Это не я ли ему его скинул, когда мы новый получили, честно говоря? Может, это я ему его скинул, а я не помню, бля. Мы что, новый когда нарастили, да, зачем тот нож нам? Хотя, может быть, и зря мы это сделали. Надо, может, его в нычку было положить. Так, вот здесь вот собачки, ребят, появляются. Псевдо постоянно так было. И не только, помню, помнится мне и химера прыгала здесь, вот как-то мы ходили, да, был такой случай, химера прилетела со стороны этих, со стороны стоянки, короче, да, там. Так, тихо, так, бежим, по-моему, там кто-то гавкает, кто-то гавкает, да, вот, я вам о чем говорю, так, ну это обычно, зачем нам обычно, нам псевдо давай. Так, ну придется стрелять, хотя мы бежаем, конечно. Давайте постреляем, нам части нужны менять. Нам надо с вами и так, тихо. Меняться нам у Пахомыча, да, на все медикаменты. Поэтому будем, наверное, гонять тварей всех. Сейчас нам двое суток ходить, пока там Петренко вернется. Мы с вами настреляем тварей много. Нарубим хвостов. Хотя... Нарубить, конечно, тут тоже целая проблема. То есть настреляем, да? В этот раз, смотрите, обычно тут появляются псевдо. Обычно появляются псевдо, да? Сколько там дроби? Дроби вроде есть еще. Да, придется, наверное, бутылочки, там, не знаю. Не помню, сколько шерстюк за патроны. Ему, ну, просит. Две или одну бутылку? Две, по-моему, да. Четыре бутылочки, наверное, придется мне скинуть, ребят, блин. Не знаю. Да и вы меня еще сбили с панталыку, с этой бронью вашей. Напишите конкретнее, блядь, брать мне ее, не брать, а то один говорит не брать, блядь, она там ее чинить, надо много бабосиков, блядь, она ни о чем. Другое, видите, вы говорите, что надо брать, она, блядь, там пулестойкая. То есть надо поконкретнее, чтобы точной информации. Хули я там буду сейчас ковырять 3 часа, узнавать, надо, не надо брать, блядь. То есть, чтобы 100% было, тогда будем уже кумекать, да, что там брать, что не брать, блядь. Так, ну давайте все, двигаемся, ребят, на агро. Так. Вот они, твари. Слушай, там артефакт, супер. Артефакт, ребят, медуза, по-моему, да? Может, опять какой плюсовой?
Ага. Так, ну-ка, смотрим. Так. Ага, ух ты, блин, как меня дюзнуло, а. Жестоко, да? Так, что за артефакт? Ну, радиационный. Так, смотрим. Ага. Ух ты, ёптать, каменный цветок. Пси здоровья плюс 200, радиация плюс 6. Химический ожог и пулестойкость. Вообще бомбежка, мои дорогие. Второго уровня, бля, вот это да. Вот это да. Так, ребят, сейчас надо быстро на сохранку дергать. Так, на сохраночку дергаем быстренько туда, к трубам, Да? То есть второго уровня, семейство трамплин. Вот этот артефакт мы поменяем на пояс трехсеточный. Так, все, сейчас бежим. Сейчас бежим, ребят. Бежим. На трехсеточник поменяем. У доцента, да, он просил не ниже второго уровня. Нам надо, чтобы было три слота. Так, тихо, тут аномалии повсюду. У нас только два, а нам надо три. Когда мы будем собираться с вами дальше в зону, туда на армейский, на янтарь и тому подобные локации, там надо, чтобы все было в шоколаде. Поэтому не менее трех сеток. Три слота будут у нас, чтобы три артефакта воткнул мощно и спокойно двигаешься. Понимаете, мои дорогие? Поэтому мы обязательно его поменяем. Только надо будет контейнер притянуть. Вот у нас много дел. Отлично. Придется нырять к Сидору. У меня два контейнера на 8 артефактов. Один забитый, да. Ну там не забитый, я имею в виду полупустой, да. И второй вообще пустой. Вот его и возьмем. Так, ну видите, пока сюда. Но самое главное, чтобы его не потянули, пока мы будем ходить. Видите, два калаша лежат уже долго. Хотя на этой локации, там где у меня этот, у меня потянули медузу. Ух ты, 2 пи, придется антирад скушать, да? Антирадит нам скушать. То есть нам придется, ребят, с вами брать контейнеров, да? И промазывать бронь тогда. 5 ручек, потому что она по плюсам дает навес. Плюс 300 и по плюсам навес. Поняли, да? Потому что если я буду тянуть еще этот контейнерок, он там 8 килограмм, по-моему, весит, да, на 8 артефактов. Соответственно, надо будет брать, мои дорогие, понимаете? Все это дело надо будет взять с собой. Итак, друзья, продолжаем. Там какая-то жопа. Короче, идем сразу на точку. Я щеманулся, там кровопиец. Идем, давайте сразу на точку, потому что до братвы нам нет смысла там гонять сейчас плоти. А то начинается. Нахер нам плоти гонять? Вот сюда вот идем, и здесь сигнал был, да? Чтоб его вдруг там, если он находится, его сожрали. Может, его уже там сожрали давно. Твари. Там же твари немерено бегают. Да? Пусть братва тогда сама отстреливается. Так, переключаю. Пусть братва сама тогда отстреливается. А мы уже щемимся в сторону туда, на точку. И насчет артефакта я вам сказал, да, 8 этих. Так, Толик Зубастый на Агропроме, кровосос. Вот. Видите, Толик Зубастый, может, подаст с ними. То есть пусть они сами разбираются, у нас не время. Нам надо идти конкретно по ПДА Люберам. И вату не катать, там иначе там просто бандосика сожрут, блядь. Там тот, который бандосик нам нужен, его просто сожрут твари. Здесь в этом билде напичкали столько тварей, блядь. В 2 раза больше, чем в этом. Поэтому слушайте сюда. Возьмем на 8 артефактов, я уже все продумал. Да, контейнеров. И промажем, значит, бронь. Плюс 300, еще чуть веса добавляю. Следовательно, потом еще нарубим ручек, если буду я брать заводку у плечко. Но промажем эту, нам еще долго в этой ходить. И, соответственно, будем таскать еще контейнер на 8. В таком случае... Раз такой расклад, да, появляются артефакты уже 2 уровня на данных локациях, бля. Видите, да, бомба, каменный цветок. Это же 2 уровня, тем более еще и пустые. И поэтому нам надо
на радиационный все-таки, наверное, таскать с собой контейнерок, что-то придется скинуть. Но я таскаю три ствола. Значит, оставим, наверное, винторез. Винторез. Будем ходить только вот с этим. С дробью, с калашом и с пистолетом. Или вообще можно, блядь, таскать только дробь и пистолет. Ну, с пистолетом долго клацать твари, видите почему? С этого, видишь, раз-два, все, нету твари. Ну, там с пистолета тоже пару выстрелов для собаки. Ну, там, допустим, в такой кризисный момент все-таки с калаша-то получше. Во-первых, у тебя в рожке сколько. Поэтому, наверное, скинем винторезик, просто возьмем. Ну, что-то надо будет сбросить, чтобы нам контейнерок упаковать и все было в шоколаде, блин. Контейнер на 8 будем теперь таскать. Раз такой расклад, второго уровня пошли артефакты. Это вообще класс, блин. За этот артефакт возьмем трехсеточный сразу же, потому что хуй его знает, когда мы еще его нарастим, этот второго. Пока варить я ничего не собираюсь. У нас там и пока и нет, чтобы варить. Ух ты, блядь, опять сколько собак прилетело. Смотри со стороны этого. Видите, да, они сразу начинают только стрелять со всех сторон по твари. Просто невероятное количество со всех сторон. Давайте отстреливаться. Нам нужны, во-первых, части на обмен. То есть, ребят, что я хотел сказать. Вот такой расклад, да, на 8 возьмем. Будем ходить всегда с контейнером, чтобы у нас все в шоколаде было. Затаривать, да, у меня как раз таки у Сидора их целых два. Один там у меня изумрудный выверт лежит, когда мы... Это еще не... потом пригодится он нам. То есть пусть он лежит, никуда не денется. Так, тихо. Это мы по заданию Юрика, да, вырубили. Или я не помню, ну по какому-то заданию. Изумрудный выверт мы где-то... Ну да, по заданию Юрика, все правильно. Он нам накинул, мы нашли. И один контейнер вообще пустой. Один вообще у нас пустой. Вот его и возьмем. То есть все, план действий такой. Сейчас мы что делаем? Что мы делаем? Стреляем твари, ищем бандосика здесь, на этой локации. Да? Всех тварей стреляем, всех подряд. Ну, то есть вначале бандосика ищем, потом занимаемся отстрелом. Там плоти, мать их. Нам глазики нужны. Потом на болото. Ладно, давайте все поэтапно пока будем. Потому что тут ты планируешь. Там, кстати, в советах также говорится. Все, что ты планируешь, можешь забыть, да, вот при загрузке. Читали же, да, в НЛС? Да? Все, что ты запланировал заранее, можешь об этом забыть. Здесь могут так повернуться события случайным образом, что все твои планы, блядь, прахом пойдут. Все это тебе по новой придется планировать. Поэтому давайте уже как бы здесь и сейчас разруливать, да, по ситуации. Вот это, кстати, модификация располагает к именно такому подходу. Понимаете, здесь и сейчас ты разруливаешь, блядь, уже здесь конкретно по ситуации. Там как пойдет, блядь. Так, вот видишь, да, сколько собак с той стороны прилетело. Со стороны перехода на янтарь. У нас же тут на янтарь где-то переход, да? Ой, на янтарь, какой нахер на янтарь? А, или подожди, тут есть где-то у нас, да, переход, по-моему. Потом получим. Можно вырулить, да, с агро прям сразу же на янтарь. А, мои дорогие. Был такой? Я не помню, что, по-моему, был такой переход. Так, тихо, давайте, видите, я аккуратно двигаюсь, объясню почему. Здесь зона не стадион, здесь не бегают, а ходят. Это первое, а второе. Когда так ты двигаешь, твари не так прям активно действуют по отношению к вам, понимаете, да, вот так вот, видите, в полуприседе, не так активно действуют, видишь, она бегает, раз, ну, то есть она, они как, во-первых, слепые, да, они особо не замечают. Если бы я в полный рост тут бегал, вся округа этих тварей, включая собак и плоти, ополчилась бы сейчас на меня, просто сожрали бы нахер меня, понимаете, да, поэтому тут не резон. Жопу рвать, а играть надо спокойно. Тогда у тебя все будет вообще прекрасно складываться, бля. Вот таким вот образом. Видите, да, твари как бы бегают, но они особо... Я спокойно двигаюсь. Сейчас вот мы попробуем спокойно в таком же режиме преодолеть, найти этого упыря. Где он есть, бля. То есть сигнал был, да, но метка пропала. Вон, плоти, да, тоже вот этим займемся. Видите, да, нам глазики нужны.
Но первым делом выполним ПДА Любера квест. Ну, я имею в виду, найти нам проходимца. Отморозком где-то там, на той стороне. Так, все, вот таким вот образом тянемся. Никого на себя не дергаем. Выполняем задание, а потом уже можно расслабиться. Походить, пострелять тварей, срезать глазики, хуязики, блять, хвостики и тому подобные вещи, да? Слушайте, ну все-таки красиво настроили игру, да? Реально изменилась картинка, просто как-то по-другому даже игра выглядит, да? Вообще все по-другому. Классно, конечно, мы настроили. Так, все, аккуратно, тут все в аномалиях, твари пока я не вижу. Они тут есть, там, блядь, все болото забито. Я имею в виду, здесь внизу однозначно, да, и тут по округе бегают все. Так, смотрим, где-то он на той стороне должен быть, да? Бандосик, мать его. Где-то есть! Так, так, так. Ага, вот она, эта падла! Ребят, вот она, это гидра, да? Смотрите, он там что-то лежит, загибается. Ему еще, наверное, надо будет аптечку подать. Так, ну что, погнали. Все, никого не дергаем, нахер всех тварей. Пусть бегают. Вот так, видите, да, как я играю? Некоторые удивляются. Я не успел, там убили, там жирает, подойти. Так ты, блядь, для чего тебе пишется в советах, мать его? Зона не стадион, блядь. Здесь не бегают, а ходят. Вот для этого и пишется. Видите, как я преодолеваю, блядь? Твари меня просто даже не замечают. Тут все продумано, бля. НЛС рулит, бля. Мод всех времен и народа. Смотри, как я иду. Ни одной твари мне не щемит, мать его. Сейчас спокойно подтянусь к бандиту и все. Разрулю вопрос, потом будем щелкать твари. Смотри, сколько на той стороне. А вот сейчас мне стоит встать, вот все твари с той стороны и по округе на меня ополчаться, бля. Вот, для чего тебе голова дана? Не только кушать туда. То начинается шелестение, блядь. Ну, потом обсирает модификацию. Я не смог прорваться, там сжирает, не успел. Так хули ты? Вот видишь, да, спокойно пролетела собачка, даже меня не заметила. Смотри сюда, блядь. Да? Не, ну так оно и есть. Я вам наглядно показываю. По факту, блядь. Просто по факту. Видите, да, они бегают, даже не видят. Я в полуприседе двигаюсь. То есть, как бы... Жопу не рвем, еще раз говорю, это не та модификация. Это вам, блядь, не... Допустим, не соль, где ты там носишься, или еще какой-либо другой мод. Там ты можешь куда угодно и где угодно, как терминатор бегать. Здесь тебе вот, блядь, с одним обрезиком наперевес. Чимишь всех. Видишь, да, она подбежала, обратно развернулась, я огонь не открываю по ним и ползу, нахуй. То есть, я себе сейчас стоял, те собаки, вот эти две белые, сожрали бы нахер меня. Вот те, которые видели, развернулись, круг дали и обратно, нахуй. Вот как-то так, имейте в виду. Это вам полезная информация для прохождения, кто будет начинать. Тихо, дай аптечку. Все, подтягиваемся к бандосику. Будем разруливать. Что он нам скажет? Что-то важное должен сказать. Да, наверное, попадая информацию накинем. Дай аптечку. Да дай аптечку. Так, подыхай, тварь. Христом Богом даже... Ладно, держи его. Терпи, мужик. Давайте, ладно, не будем раз это. Блять, твари, 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 блять, а да ёптать, вы что, охерели, что ли? Заебись, блять, откуда они появились, эти собаки? Ну вот это вот, конечно, минус. Они перед носом просто появились, заспаунились на этом месте, да? Ну это, конечно, бардак, вот так не делается. Только я начал разговаривать, они перед носом прям появились. Нахера так делать? Так, ну хорошо, ладно, тогда что мы делаем? В таком случае, знаете, что мы сделаем? Сделаем все так же, просто подбегаем, потом почитаем, да? Быстро диалоги все пропускаем и сваливаем, пусть они его сжирают. Итак, ребят, мои дорогие, продолжаем. Там, короче, собаки, да? Там у нас собаки. Делаем вот как. Так, все так же делаем. Вначале стреляем вот эту всю шайку-лейку, твари. Потом... подбегаем, не подбегаем к нему, так же вот все работаем, без шума и пыли, но диалоги все пропускаем, потом в истории почитаем, что он сказал, и свалим, хай с ним, пусть они его жрают нахер, блядь, этого бандоса, потому что там три сразу перед носом появляются, вот это, конечно, бардак, кто нахуй правил, блядь, отрезать ему руки, блядь, ну нахер так делать, да, вот прям перед носом у тебя, перед ногами спаун идет врагам,
Я понимаю, там где-то бы они бегали, их надо было бы отстрелять. Это, ну, то есть ломает атмосферу, конечно, немного. Это ситуация, когда у тебя перед носом, блядь, идет спаун, нахуй, врага. Вот это неправильно немного. Ну, да ладно, да ладно, да ладно. Раз так, то так. Все-таки это модификация, а не это. Мы понимаем, должны немного тоже снисходительно относиться. Поэтому что мы делаем? Подтягиваемся к этому упырю, быстро все пропускаем диалоги и сваливаем нахер оттуда. Пусть, ух ты, бля, нихера там стая. Стая нарисовалась. Также сейчас отстреливаем. Пусть они даже его нахер сжирают, а мы потом почитаем в истории, что он нам сказал. Что нам дальше делать, блин. Да, мои дорогие? Потому что это нереально, блядь, там успеть отстрелять сразу трех псевдособак, а не однозначно. Ну, хотя можно попробовать. Может и реально, да, сразу же. За дробовик мне. Он-то тоже начинает стрелять, да? Видели, у него там калаш. Он тоже начинает стрелять, поэтому, может быть, даже мы справимся. Сейчас посмотрим. Но вообще лучше сваливать. Быстро попиздим и свалим. Потом в истории почитаем, что к чему. Так, собак отстреливаем. Все так же делаем. Все делаем так же. Без шума и пыли. Все делаем так же. Не спешим. Да? Красиво мы, кстати, прорвались. Вы видели, да, вообще твари. Вот как надо ходить. И когда у тебя напичкана зона тварями, видишь, как я ползу, меня вообще, блядь, ко мне никто не подходит, я просто как охотник, блядь, работаю, отстреливаю, ползу и отстреливаю твари. Никто не атакует, ничего, вот так вот, как бы, как надо, блядь, зона не стадион, блядь, здесь не бегают, а ходят. Ну, правильный совет, дельный совет, ёптать. Надо ж прислушиваться, а то своеволие мы проявляем, когда вот только новый начинает, заходит в НЛС, потом матерятся, мод говно. Ты не понял изюминки, так же как вот в Ведьмаке Enhanced Edition, да, улучшенное издание, школа, блядь, заваливается, не понимает, потом матерятся. Так же и здесь, почему NLC вроде он популярный, но не очень, да, молодежь, допустим, не особо любит, потому что никто не привык вот так ползать, блядь. Все привыкли бегать по играм, да, заметьте, носятся как эти, надо. А здесь вот надо именно так работать, тогда ты, ну, то есть все у тебя будет получаться, и более того, все будет складываться удачно. И до изона добрячком одарит, бля. Но вообще-то да, этот мод-то и создавался для, ну, как бы, взрослыми людьми. И не для этого, да. Не для молодежи, да, в основном. Ну, как бы для, ну, поняли, да. То есть повзрослее контингент в основном. Поэтому, конечно, так, тихо. Дал, да, она как меня выбила, блядь, сразу же. Так что как-то так, ребят, сейчас за хобот берем этого упыря, блядь, шалопая, да, быстренько общаемся и свариваем. Там эти нахер нам собачки не нужны, нам главное с него снять информацию. Главное снять информацию и все. А потом займемся отстрелом всех остальных тварей. Так, ну и каменный цветок. Главное, чтобы его не потянули. Пока я буду ходить за контейнер. Ну, видели, да, два калаша лежит старый. Это еще когда я их ложил? Вроде как хорошая нычка. Но здесь у меня, вот, помните, у новогоднего там нычка. Так, во, плоть. Вот, кстати говоря, глазики нам нужны, но это потом займемся. Если братва не ушатает всех. Я имею в виду, вот здесь вот в вагоне, помните этот рюкзачок? Я заглядывал, нету там медузки. Не канает медуза. Или я ее... Не, я ее не забирал. Вот как раз таки эту медузу у меня и потянули. Потому что тут там братва. Вот наша, наверное, братва и потянула. А вот эта вот нычка, да? Вот эта вот нычка, она хорошая. Так что я буду надеяться, что я успею быстренько смотаться. Так, давайте, наверное, этот хвостик срежем. Нам бы пробежаться даже тут можно. В этом-то случае можно пробежаться. Я имею в виду это, да? Эта нычка вроде хорошая, и я смогу, успею за контейнером смотаться туда-сюда. Так, ну-ка, давайте толстожопу приделаем. Вот я глазик. Глазик нарисую, а? Во-во-во, кровь пустили, и все. Несколько выстрелов, кровь пустила, она сдулась, мать ее. Так, смотрим. Ни хера нет, ни глазиков, блин. Сейчас опять надо будет стрелять. А, вот еще одно, давай еще одно. Еще одно, блядь. Еще одно, глазик мне нужен. Вот с этой можем срезать. Вот эти розовые дают постоянно. Так, тихо, падла. Дай мне глазик.
Ну, блин, и это не дала ни хера мне. Но все равно будем гонять, будем гонять. Сейчас только с бандосиком разрулим. Нам потом сохраниться побежать. Так, патроны заканчиваются, ребят. К шерстяку завалимся, да? У меня там, правда, бронебойные еще есть. К шерстяку надо завалиться. И нам надо будет пополняться у Пахомыча. У Пахомыча надо пополняться. У Пахомыча, да? Будем бегать двое суток еще на болотах здесь. Да, поэтому... Ну, классно, классно. Сейчас все сделаем. Сейчас, ребят, все сделаем. Так, этот можно убрать, потому что у меня там лишний раз его аккумулятор не тратит. Так, слушайте, можно сохраниться пойти. Давайте, наверное, сохраним игру, а потом будем двигаться к бандосику. Раз я уже пощелкал, вдруг опять меня собаки сожрут, бля. По 100 раз не стрелять, это повторно, да, нам этих собак плоти. Мы лучше сохранимся у пацанов. Ну, там вот, где у нас, да, есть костер. И будем тянуться к этому. Потихоньку, да? Сейчас пока тревожить не будем, братву. В принципе, там нам ничего и не надо. Да? Так, тихо, что там такое? Электро сработало, да? Плоти бегают. Видели, да, вдалеке? Так, все, запаливаем костер. Ага, вот еще у меня ствол. У меня, кстати, и там стволы, но они убитые, я не знаю, сколько старьевщик, наверное, много не даст. Нет смысла тянуть такие убитые стволы к нему, слишком много надо тянуть, чтобы что-то получить, блин. Да, если мы за целый ствол, так, отлично. Там, полторашку, да, по-моему, получаем, за целый такой калаш. Все, двинулись. Полторы всего он дает. А, естественно, за такое он вообще ни о чем там получишь, блин. Только зря потратишь, пока доползешь с этим хабаром, да, к нему, блядь, сколько всего потратить надо. Хотя у нас там переход прям на... Вообще у нас тут закольцовано классно. С агропром на свалку, а со свалки там же сразу переход в санаторий, да. Вот отсюда, вот здесь, например, затарить или на свалке, там, нычку в креску на нем складывать. Я вам, помните, говорил, стволы такие, которые на продажу. И потом сразу нырять к старьевщику. Удобно, кстати. Удобно будет, да, вот там, где крест, где у меня выверт плюсовой. Туда склад, так, тихо. Туда складывать все стволики, да. Как бы потихоньку затаривать крест, а потом можно будет сразу же нахрапом, блядь, все сдать. Так, все, теперь аккуратно ползем таким же образом. Жопу не рвем, в приседе. В полуприседе, вот так вот. Как надо, вот как в реале. Как бы вот в жизни, да, повсюду твари, естественно, ты бегать не будешь. Видишь, там плоти бегают, нам все это надо. Так, 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 отлично. Великолепно, замечательно. Так, а может подрихтовать? Дайте мне хоть глазик один, что ли, один-то мы срезаем. Нам надо 4 даже или 5, да? Вот, давайте вот сейчас вот это точно даст. Так, тихо, тихо, блин, вокруг меня собаки бегают. Глаза разумные. Давайте немного. Наверное, блин. Так, ну что за дело? Ну она сдуется, не хотелось бы, чтобы она там где-то на болоте сдулась. Я там по болоту бегаю, просто не смогу срезать. Да? Прям на болото они по болоту бегают. Прокумаренные твари радиоактивные. Все ни по чем. Поэтому нам не годится. Так, тихо, тихо, тихо. Сейчас она нам нарисует глазик. Я чувствую. Еще один глазик срежем. Смотрите. Да, мои дорогие, с этой плоти. А, тихо, тихо, блядь. Еще собаки. Собаки бегают. Прям пролетело, видели? Да, я вам о чем говорю? Слепой пес, ты втихаря работал. Ух ты, ребят, бомба. Два глазика на руках, поздравляю. Так, сохраняем. По любасу бежим на сохрану. Раз такой расклад, нам глазик подарили. Два, еще два, и мы прапору сдадим квест. Вообще великолепно, поздравляю. То есть я к тому, что этот, да? Видели, да, я в приседе, собака мимо пролетела. А будь я в полный рост,
эта собака бы вместе с плотью меня начала бы прессовать. Тогда пизда мне. Ну даже может не пизда, но больше потратил, больше суеты, больше телодвижений, больше. А здесь видишь, хочешь, они пробегают мимо тебя. То есть все продумано, все по уму. Во-первых, псы слепые, да. Они, я двигаюсь медленно. Он там просто даже не заметил этот пёс, не почуял меня. Как бы это, все красиво сделано. И плоть также. Поэтому имейте в виду, все это актуально. Так подобного рода действия, что я делаю. Видели, да, пес пробежал прямо мимо меня. Я шел сзади. Он, по идее, должен меня за жопу был уцепить, ухватить, а он пролетел, блядь. То начинается. Как бы что? Вот как, блядь. Видите, да, он пролетел мимо. Он пролетел мимо. Я сам, кого хочу, того стреляю. Видишь, да, и это тоже развернулся, побежал. Я в приседе, мать его! В приседе, блядь! А по идее он меня должен за жабры схватить, вот эта гадость. Так, там плоти прилетели. Так что имейте в виду, как играть и как проходить. Вот так вот, блядь, все в шоколаде будет всю дорогу у нас. Если так играть, понимаете? Да и никто вам не страшен. Любую аномалию преодолеете, или никакая жопа вам не страшна. На любой локации. Как бы вы мне там не писали. Ну там будет потом дальше локации. Если вот так ты будешь играть, я похую, какая локация. Поверь мне. Трехсеточник нацепил, артефакты нахуй вертил. Иди гуляй, блядь. То начинаете мне, блядь, сказки рассказывать. Ну, не сказки, конечно, все дельные советы. Просто я к тому говорю, то, что те советы при загрузке, которые идут, они не зря даются, блядь. Не просто пишутся, нахуй. Как вот этого понять нельзя? Да, вот молодежи, допустим, кто играет, я там не успел, но раз на форуме читаешь, блядь. Меня сожрали, меня убрали, того убивают, этого загрызли. Как ты, блядь, летаешь, как этот, нахуй, как индеец в жопу ужаленный. Ну, бегаешь просто, да. Вот тебя там, конечно, атаковало 30 этих, блядь, ты не можешь ничего сделать. А вот так, смотри, они ходят, вот я свободно двигаюсь вокруг твари, блядь. Поняли, да? Вообще тут не надо ничего, жопу даже рвать. Смотри, какая красивая аномалия. Не, с этой картой, конечно, бомбежка, а не игра, да, мои дорогие. С этой картой, конечно, мы будем вообще радоваться. Так, там еще одна плоть, может я еще один глазик срежу, а? Может я как-то еще один глазик срежу? Так, вот, может еще один глазик. Так, 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 отлично работаем. Так, может еще один глазик. Ну давай, родимая, третий нарисуй, а? Нарисуй ко мне третий глазик. К тому же, наверное, бандосик сдох, блядь. Да, пока мы тут эти глазики рисуем. Бандосик, который уже, наверное, сдулся, да, давно, мои дорогие, как вы думаете? Стопудово, блядь, пока я тут плоти гоню. Там же, наверное, тоже надо пошустрее. Да не, не должен он сдуться. Я думаю, все будет хорошо. Давайте подтягиваемся. Сейчас мы еще один глазик чувствуем сверху. Видишь, она вляпалась. Надо, чтоб мне не получить. Ожоги, ожоги, не получить ожоги. Так, тихо, 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 тихо. Ух ты, мать его, третий глазик. Юрий Семецкий. Жарко. Так, артефакт, артефакт. Ищем артефакт. Юрий Семецкий, мать его, сдулся. Артефакт. Ага, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Ух ты, блядь, еще и артефакт. Нихера, жирнючая ходка, блядь. Так, работаем, ребят. Еще одна тварь. Сейчас четвертый глазик. Вообще, смотри, какая жиробесная ходочка. Смотри, да, пять глазиков сразу же, блядь, захуярить с одного раза на одной локации. Два артефакта, один второго уровня, блядь. Да, еще один глазик, четыре глазика с локации, бля! Вообще бомбежка на разрыв. Глянь сюда, и артефакт мудрости, блядь. Смотрим, каких это, каких раскладов артефакт. Берем, мать. Ух ты, как я красиво взял. Семецкий сдулся, подарил артефакт. Смотрим, каких раскладов артефакт. Может, плюсовой. Так, какой, где, что, где? Вот он, блядь, плюс 55 выносливость, плюсовой артефакт нарастили, блядь. Вообще класс. Видели, да, какая жирная ходка? Я вам о чем говорил. Зона добрячком одарит, блядь. Будете мне сказки рассказывать. Видите, как играем? Играем, жопу не рвем, и все в шоколаде получается. Наслаждаемся и кайф получаем. Не материмся и не нервничаем. Так, сохраняемся. Вообще жирнючая ходка, блядь. Смотри, просто жирнючая ходка. Жирная ходка, так и назовем серию.
Да артефакт второго уровня плюсовой, блядь. Бенгальский плюсовой. 5 глазиков, блядь, на локации. Ну не 5, да? 5! А не 4, 4 глазика. 4 глазика, смотрите, плюсовой, мать его, артефакт. Вот это уже убивается. Давайте, наверное, его и поставим. Этот уберем, блядь. Да? Жирнючая вообще ходка, блядь. 2 артефакта плюсовых, 1 второго уровня. 4 глазика сразу же квест для прапора, блядь. С одной локации. И сейчас еще и бандосика за хобот подтянем, блядь. Ну, вот этого гаврика, да? Там, чтобы нам... Надо сохраниться, короче, так, чтобы нам все было в шоколаде. Гаврика за хобот подтянем. Вот вам жирнючая ходочка. Я вам о чем говорил. Жопу не рвем, и все тебе будет. И успевать лучше, нихуя там тебе не надо мучиться, блядь, выполнять что-либо задания какие. Если аккуратно действовать, вот еще одну залепил прям в пятак ей. Сейчас мы хвостик подрежем. Там вон на той стороне стадо целое. Но сейчас уже нам не актуально. Так, патроны заканчиваются. К шерстяку пойдем полюбасу. Видели, да, сколько патрончиков? Вообще ни о чем. Придется нам поменять на патроны, потому что на болотах еще. И кстати, и нам вообще спешить некуда. У нас 2 суток брожений. Карабасик Петренко-то я не подтяну. Так что нам вообще нехуй спешить, некуда спешить. Нам 2 суток бродить. Мы еще на болотах столько же будем бродить. Видели, да, как красава? Жирнючий походняк. 2 артефакта, 4 этих. Глазика с одной локации. И сейчас еще подымем с бандосиком информацию по ПДА. Сейчас, да, наверное, сразу снимаем, потом и убегаем, да? Ну, посмотрим, как получится. Ну, если эти собаки-то, может, поможем, может, не будем помогать. Как оно пойдет, да? Так, тихо, аккуратно. Что-то какие-то аномалии, блядь, появились. Они были раз? Вот это вот аномалия. Тут, кстати, повсюду аномалии на этом холме, да? Каждые 5 метров. Так, вот еще одна тварь. Еще одна тварь. Блин, как много тварей. Я, блядь, весь агропром отстрелял. Заметили, да? Что-то как-то много тварей бегает повсюду. Очень много. Честно говоря, не ожидал я столько тварей. Но это немного еще, да, естественно. Это понятное дело. Но вот так вот они, видите, бегают вокруг тебя. Эти вообще, тебя это как будто бы даже и не касается. Обратили внимание? Вообще не касается. Ты как вот отстреливаешь и все. Ух ты, кошка, ребят, там кошечка. Так, тихо, кошечка появилась. Откуда здесь кошечки, блядь? Да, там сверху кошки, да. Там на переход, когда на янтарь, да, там, по-моему, всегда кошки. Там всегда кошки. Главное, чтобы они бандита не задрали нашего. Так, живой нет, бедолага, блядь. А, живой, слава богу. Вот лежи и не дергайся. Лежи и не двигайся. Так, кошечки. Так, тихо. Кошечки, сейчас еще и хвосты нарубим. Нам меняться с этим, с Пахомычем. Давайте кошек пощелкаем. Кстати, может быть, вот эти вот кошки появились вместо псевдособак, да, и нам не придется, да, сейчас с бандитом спокойно поговорим и жопу рвать не будем. Ну, я имею в виду, да, там не будет перед глазами спауна дикого. Может, вот эти кошки как раз таки заменили псевдособачек в этот раз. Твари-то разные появляются. У кого-то псевдо, у кого-то там, видите, кошки, блядь, у кого-то еще что-то, какие-то твари. Не обязательно псевдо, да, там появится при выполнении этого квеста. Так, ну супер. Так, 3 кошечки ушатали, да, бандосик дышит, я думаю, пока что. Так, ну все вроде, да, постреляли. Смотри, зачистили весь агропром, мать его. Ну, эту часть агропрома. По крайней мере, эту часть агропрома. Да? Вроде как зачистили, можно срезать хвостики и тянемся, да? Так, патроны, конечно, придется, да, патроны, ребят, придется нам к шерстюку завалиться и поменять патроны. По-другому никак. Да, 7 бутылок водки я уже насобирал, я хотел по-быстрому 20, да, вы мне там за бронь толкали. Так, вон еще одна тварь. Какого хера, откуда вы беретесь, плоти, а? Куда они берутся? Там тоже, наверное, точка появления твари, да, там они постоянно появляются.
Не знаю, туда даже не пойду. Хотя надо будет пройти. Ну опасно. Надо, но опасно. Так. Во, отлично, хвост кошки. Хвост кошки. Так. С этой снимаем. О, еще один вообще класс. 5 глазиков, 2 хвоста, 2 артефакта, блядь. 1-2 уровня, ну вообще жирнючая ходка, мать ее. И сейчас еще бантосика захов оттянем. Может он нам что подарит, что накинет. А, как вам расклад? Вот так вот. А то жопу рвать. Жопу рвать мы можем, только потом начинаем нервничать. Что у нас то не получилось, это не вышло. Потому как... Зона не стадион, здесь не бегают, а ходят, блядь. Буду каждую серию вам это говорить. Да, зона не стадион. Ну, читайте, там все написано. Для таких товарищей. Так, все, сохраняемся, 2 хвоста нарастил. Бандосик дышит, мы лучше побежим, сохранимся. Так, тихо, блядь, собаки откуда? Вот видите, я встал. Блядь, это что за херня? Вы видели, да, мне как каким-то невероятным образом повезло. Только стоило мне задницу поднять, блядь, а. Ты видишь, да, что творится, блядь? Только стоило задницу поднять, блядь, твари поганые. Вот я вам о чем говорю. Нахер я задницу поднял? Надо было в приседе ползти обратно. Не было бы такого расклада, блядь. Но я вам не дам себя сожрать, вы думаете, что? Просто так я сюда завалился к вам. Нет, без хабарка не уйду. И дали, да, как разрулили, блядь. Даже в таком варианте, блядь. Всем нахуй дали просраться. Я к чему веду? То, что вы видели прекрасно и наглядно, ребят. Стоило мне только задницу поднять, и твари все на меня. Это о чем говорит? Что то, что я вам говорил до этого, блядь, полчаса. Зона не стадион, здесь не бегают, а ходят, а то и ползают в некоторых случаях. Является верной и даже более наивернейшей информацией. Понимаете, да, проверенной опытом и доказанной на факте. Все вы видите, блядь, в видео. А вот я вам, блядь, показываю, что зона не стадион, здесь не бегают, а ходят. Конкретно и по сути. Поэтому кукарекаем, да кукарекаем аккуратнее, блядь. Да я шучу, ребят, все нормально. Никого без обид там, ничего, я с позитивом говорю. Но так оно и есть, вы видели, да? Тут жопу рвать нет смысла вот так, как вот сейчас я бегу. Сразу, как только я встал, меня чуть не сожрали нахер. А вот если бы я пополз, нормально все было, без шума и пыли. Ну, я имею в виду, спустился на... Так, ребят, все, отошли. Восстановились, сейчас отойдем еще получше, да? И пойдем бандосик, а то что-то мы, конечно... С бандосиком немного затянули, согласитесь. Затянули конкретно, он там точно сдуется, его кошки сожрут, кошки-то им постреляли, да. Но хер его знает, там точка спауна, я так понял, твари, именно как раз где он лежит, да. Вот где-то там у забора, блядь, где переход, да, там как раз таки точка появления твари. Поэтому надо поспешить, иначе я, блядь, никаких патронов мне не хватит. В этом случае уже можно немного пробежаться, потому как почистили локацию. Видите, да? Чистота и гладь и благодать. Гладь и благодать. Вообще ни одной твари. Всех зачистили, сейчас тянем, спокойно общаемся. Если он жив еще, то хер его знает. Да? Но он жив, я думаю. Куда он делится? Он там тихо, мирно лежит. Пока ты с ним не начнешь общаться, да, ничего не будет. Вон он лежит, бедолага. Вот здесь вот точка, они прям появляются. Вот эти кошки, кстати говоря, и появились в той области. Кстати говоря, они, скорее всего, его могли задрать. Имейте в виду. Так, все, ползем. Потому что здесь я, по-моему, еще не всех отстрелял. Поэтому вы видели, да, наглядно, как только стоило мне задницу поднять, сразу же меня присануло целое стадо тварей. Как только я задницу, немного только приподнял, мне сразу же присанули твари. Поэтому имейте в виду, все актуально, все работает и все так, как оно написано. Поняли, да? Мои дорогие. Так, ну все, сейчас мы этого бандосика за холодок будем тянуть. Короче, наверное, будем брать, да, и валим.
Потому что однозначно это по квесту даже появляются твари. Хер его знает, не факт, что сейчас собаки появятся. Могут и совсем другие твари появиться. Так, сейчас, бедолага, все будет. Так, перезаряжаемся на всякий случай, а то хер его знает. Может, я ему помогу. Я пока еще не решил, помочь, не помочь ему. Так, аптечка, не аптечка мне. Так, где там? Вот он, держал. Все, давайте, раз, два, три. В истории почитаем. Все, уходим нахер отсюда. Или что? А, или что, или что? Видимо, кошечки были, мы их отстреляли, да? Все, в шоколаде мне. Так вообще курорт, а что ты мне скажешь? Может, отблагодаришь чем, а? Бродяга, блядь. Да отблагодарить за аптечку не хочешь? Ой, спасите, вот тебе благодарность хочу выразить. Ух ты, ребят! За ух... Так, тихо. Так, все, тихо. Что-то дал. Что-то дал. Да, что-то дал. А, ну давайте поможем. Какого хера? Давайте. Вот так вот, да? Поможем бандосику. Он мне что-то нарисовал там, мои дорогие, блядь. Вообще по бомбежке! Пиздец, я что-то разорался в эту серию. Не... Смотри, какая жирная ходка, блядь. Хуй убора артефактов нарастили. Хвостики, хуёстики, еще и добрячок от бандосика. И какую-то информацию. Все, идем, сохраняемся. В истории читаем, что мы получили. Видели, да, мои дорогие? Он отблагодарил меня. Я не успел прочитать, кабанчики нарисовались. Конкретно чем отблагодарил? Мы можем и здесь почитать. Так, у меня радиация, придется последний антирад хавать, да? У нас с вами последний антирад. Да, вот видишь, тот я съел, вот последний, да, а ведь нету антирада, замечательно. Так, смотрим, да, последний антирад остался, однозначно надо сейчас на болото лететь на болото. Так, подожди, а в этой нету? Да, в этой нет, все, ребят, остались мы без антирадов, на болото, кстати, жопа, надо, наверное, будет до Пахомыча тянуться. Вначале выменивать антирады, а потом шелестеть по болотам. Поняли, да? Потом чистить только болото. Так, ну сейчас идем, сохраняем игру и читаем информацию по поводу, что он мне нарисовал. И вообще, что он мне сказал. Да, что он мне сказал. Очень интересно. И какой добряк подогнал. Вообще, жиробесная какая-то ходка. Он, по-моему, там не схром. Я там что-то увидел, по-моему, информация на схром, мои дорогие, была. Я вам точно говорю, по-моему, информация на схром, блин. Вот это мы, конечно, завалились в NLC. Вот что значит, я не играл сколько, да, 2 недели, блин. Зона отблагодарила, наградила и, так сказать, поощрила. Да, и в прошлой серии мы медузу сняли, блин, плюсовую. В этой серии каменный цветок плюсовой, плюс бенгальский на выносливость. Плюс 5 хвостов, еще и на схрон, и инфа на схрон. Стопудово инфа на схрон, по-моему. Или же или рецепт на артефакт, или инфа на схрон. Ну, сейчас мы почитаем. Сейчас только давайте жопу не рвем аккуратно. Видите, да, зачистили всю местность от твари. Бежим, короче, сохраняемся и читаем, что за инфа там мы получили. Вообще, что он сказал по поводу ПДА? Чем-то он поделился важным, судя по всему, а? Ну, в смысле, сказал, где он есть. Где его дальше искать? Это полюбас. Так, вот еще тварь. Кстати говоря, нам уже лазить не нужно. Хотя, как не нужно? Нам все нужно. Ну-ка, иди сюда. Давай ее добьем, чтобы она не мешала нашим братве. Там мне патроны, по-моему, высыпались, блядь. Слышишь? Пока я... Хотя, как бы они высыпались. Ну что ты там задел? Так, вот это, да, сдулось от кровопотери. Или что? Да она была, может, это не она была. Не, нихера, вон она. Так, тихо, надо добить ее. Вдруг еще один делается. Да? 4 прапору отдадим. Так, все. Сейчас все будет красава. Давай. И еще один, 6-й. Ух ты, мои дорогие, 5-й, да? 5-й глазик, 4 прапора и 1 висит, бля. Супер, нихера себе мы завалились. Вот это в натуре жирная ходка получилась, а? Организовалась у нас как-то невзначай, бля. Да, в натуре жирная. 5 глазиков сразу же срезать на одной локации. 2 артефакта, один из которых 2-го уровня. Еще и, блядь,
этот, получить инфу на схрон. Ну там стопудово инфа на схрон, по-моему, не артефакт, не рецепт. Я увидел слово схрон, по-моему, так быстро, когда мы листали. Сейчас почитаем, давайте. Вообще всю информацию почитаем, что он там нам сказал. Так, сохраняемся. Аккуратненько, без шума и пыли. И начинаем читать, что там к чему. Где там у нас вообще читать-то, я уже забыл. Нас там где-то можно почитать, да? Не помню, честно говоря, где мы читаем. А где мы читаем-то, ребята? Где мы читаем? Я все забыл. А, вот история. Так, ну давайте смотреть, мои дорогие. Твою же мать, нет, антирада. Это вот последнее, да? Нам надо ниже. Толян кирпич, да? Вот он наш бедолага. Ну, где начало? Изначально все почитаем. Так, давайте изначально все почитаем. Где это все начиналось? А, ну вот, Толян кирпич, да? Мужик, помоги, Христом Богом прошу, меченый. Христом Богом даже. Ладно. Так, подожди, держи его, Толик. Век не забуду, кореш, все, что хочешь, для тебя сделаю, меченый. Да-да, в спину, например. Ладно. Не напрягайся, мне ПДА нужен, который удаловца плененного вы отобрали. Где он? Толян. Да я, мля, буду, ей-богу, по гроб жизни. Кирпич всегда правильный базар ведет. Точно тебе говорю, у меня был этот приборчик. Думал, игры там есть какие-нибудь, а он пароль просит. Я уж и так, и эдак, и пароль писал, и хрень всякую. Никак не получилось. Выбросить уже хотел. Да шерш базарить. Давай, мол, оттараним. Голова на болото, да? Голова нам. Ну, то есть этим. Они бабки кинут нехилые. Можно будет бухла набрать. Научник. Слушай, кирпич, мне про это не канает. Где подам, Толян? Ну, я ж тебе говорю, шерш с ним упилил на болото, падла. Меня бросил тут. Как зверюги налетели, он и дал по газам. Убью, мать его, паскуду. Недавно совсем часа не прошло. Наверное, уже по болотам чапает. Ух ты, ребят, супер. На болото все дороги, нам как раз туда и надо. За час до болот добежал. Ну, заливай. Не заливай, Толян. Да я тебе век воли. А чего тут? Прямо на юг отсюда можно прорваться. Так, ладно, тогда я на болото двину, не дай бог наплел. Ну все, давай, до встречи. Так, спаситель, а вот, да? Спаситель, чем отблагодаришь? За ум возьмись, хватит копером быть, Толян. Да ладно, я тебя отблагодарить хотел, а ты... Так, Толян кирпич, я хабарок для себя складывал, можно сказать, от общака отрывал, могу с тобой поделиться, если не побрезгуешь. Ну давай посмотрим, что ты там... Наскрадывал. На болотах нычка у меня, на паровозе ящичек притаранил. Бронька там новая и арт отличный. Как такой тебе раскладик, а? Вообще класс. На болотах притаранил паровозик, ящик вскрыл, бля. Бронька там новая и артик шелестит. Вообще, ну вот это, блядь, ходка. Вот это нас в натуре жирнючий подгон от зоны, бля. Смотрите, сколько радости, да? Ну класс, вообще игруля, блядь, как нам благоволит. Смотрите, бронька новая, арт отличный, и у нас еще хуева гора, блядь, на руках, всего и вся. Смотрим, где нычка, смотрим сюда. Ящик за локомотивом, заховал хабарок в ящичек на криве южной, на крыше паровоза. Скоро свалю. Вообще класс, блядь. На крыше паровоза это нам там, где две собачки шелестят, ребят. Туда и отправляемся. И шерш, некий шерш, бандосик, утянул ПДА, тянется к научникам. По болотам двигается, будем искать этого упыря. Да, его надо захобать и как-то ему еще что-то подогнать, видимо, за этот ПДА попросит, блядь. Хер его знает, что он попросит, но что-то попросит за ПДА Любера, да, этот шерш. Шершно, у нас, короче, все дороги на болото. Просто сама судьба ведет на болото. Так, видите, рецептов хуева гора, тоже всяких артефактов. Уже там по два раза мы брали одни и те же рецепты.
заховал хабарок в ящичек на крыше паровоза. Да, скажу, ребят, босячая серия, действительно босячая получилась у меня. Надо будет ее побыстрее сделать, выпустить эту серию, ребят.